кто-то отсутствует, прошу детей получить благодарности. Огромное спасибо Якуниным, Ольге Сергеевне и Александру Петровичу за хорошее воспитание дочери. Пожалуйста, подойдите. Чанчиным Галине Вячеславовне и Сергею Ивановичу за хорошее воспитание сына. Благодарность Марии Анатольевне и Алексею Витальевичу за хорошее воспитание дочери. Есть, Федоров? Пожалуйста. Готов?
Малецкая Элина и Рассуха Кристина, преподаватели из оркестра Галина Серафимовна. Встречайте! Thank you.
перейдем на следующий учебный год в оркестр. А сейчас на сцену приглашается Масеев Роман, преподаватель Давыдова Валентина Павловна, концертмейстер Шарова Юлия Владимировна. Крейслер. Маменький венский марш. Руслановне, хоровое отделение фортепиано.
Юлии Сергеевне, хоровое отделение фортепиано. Свидетельство за номером 1399 вручается Копытовой Елене Вячеславовне. И грамота за хорошую учебу. Хоровое отделение фортепиано. Свидетельство вручается Рассоха Кристине Вячеславовне. Хоровое отделение фортепиано. И грамота за активную жизнь в школе. Свидетельство вручается Березун Тамаре Вадимовне. Хоровое отделение фортепиано. Свидетельство вручается Еркулевой Анастасии Дмитриевне. Хоровое отделение фортепиано. Свидетельство вручается Чулковой Наталье Николаевне. Хоровое отделение домра. А сейчас на сцене отличник, ведущий, стипендиат мэра Гафаров Антон. Встречайте. Преподаватель Тетерин Егор Витальевич, концертмейстер Дмитрий Солдатов и Илья Русанов. Паркер, баллада. Thank you.
представляется фортепианный дуэт Якунина Аня и ее преподаватель Кочерина Татьяна Владимировна. В их исполнении прозвучит произведение Смирнова «Под дождем». Верховая Саша.
ансамбль исполняет произведение из кинофильма «Пираты Карибского моря». Произведение композитора Циммера называется «Один день». Спасибо всем. И отдельно хотим поблагодарить Ирину Александровну,
без нее не было бы такого замечательного коллектива, наших выпускников и нас сегодня таких счастливых. И хотим поздравить вас, Ирина Александровна, с присвоением вам звания заслуженного работника культуры Российской Федерации и пожелать вам творческих успехов, талантливых учеников и благодарных зрителей. Мы, выпускники 2011 года детской школы искусств «Гармония», торжественно обещаем быть верными родной школе. Не забывай своих педагогов и одноклассников. Добиваться успеха в жизни, чтобы родная школа могла нами гордиться. Сейчас на сцене хор выпускников. Хормейстер Ефимовская Екатерина Ивановна. Концертмейстер Окунева Татьяна Сергеевна. Thank you.
Татьяна Сергеевна. А теперь, выпускники, вы можете подарить свои цветы своим педагогам. Наш выпускной вечер подходит к завершению.